Народ, я вас приветствую. Слушайте, захотелось мне провести такой эксперимент вместе с вами, при вас. Если кто видел мое видео недавнее о том, что мой друг из Брянска привез мне в подарок на Новый год, ну, вы там видели фарфоровые статуэтки, набор такой итальянский с чашечками, с кофе, с конфетками. Так вот, я при вас открыла, распаковала эту посылочку, а этот подарок. И там вы видели пачку кофе, видели пачку, я вам сказала, ой, смотрите, конфетки, да, вот такие. Вернее, я их не открывала, открыла я уже без вас и попробовала. Вот такая конфетка. Сейчас я при вас открою, почему я вам показываю, вы поймете. Значит, конфетка обычная, как будто бы с виду. Да? Открываем. Там такой шарик шоколадный, ну, как будто орех в шоколаде или изюм в шоколаде. Да? Вот такая конфетка. Попробовала я ее. Ну, внутри вот эта шоколадная оболочка, как и есть, как вы видите. А внутри там кофейное зернышко. Вот просто целое кофейное зерно. Я не знаю, если я сейчас попробую... Так, наверное, не видно будет. В общем, вот там вот целое кофейное зернышко. Я подумала, во-первых, его трудно разгрызть. Ну вот, наверное, многие из вас просто брали кофейное зернышко и грызли. Я, например, это делала иногда. Но если там надо чеснок заживать, вот такое вот. Я грызла кофейное зернышко. Но тут я думаю, ну не может быть, чтобы были такие конфеты. Думаю, не случайно тут эти чашки, эти конфетки. Там еще пачка кофе отдельно. Вот по картинке тоже непонятно. Ну, вот эти конфетки здесь лежат. Внутри чашка, и там зерна кофейные. И я подумала, а может быть, надо это растворять? Там нигде не написано было. Я подумала, а вдруг это растворяют, ну, прямо в кипятке. Я думаю, проведу эксперимент. Может быть, я такая дурная, но я такого никогда не видела. Давайте попробуем. Я налила сюда кипяток. Если есть кто очень умный, вы мне напишите, может быть, я что-то неправильно делаю, или я что-то не понимаю. Но я никогда не встречала, чтобы в конфете было, ну, там, орех, я говорю, изюм, да, чернослив, курага, ну, я не знаю, какие угодно, там, фруктовые добавки, орешки, ну, чтобы... Зерно кофейное, я такого никогда не видела. Я подумала, вдруг эти конфетки надо растворять в кипятке и будет кофе. Хотя, как может быть кофе из одного кофейного зернышка? В общем, что-то непонятное такое. Я, наверное, совсем ку-ку, Маруся. Ну, я не знаю, сколько нужно туда этих зерен. И потом, ну, если это зерно, его надо молоть, правильно? Но и так просто грызть его, это тоже дурость. В общем, я не знаю. Мне кажется, это не конфетка так вот в нашем привычном понимании, что это конфета. Может быть, это... Ну, кофейное зерно ведь не растворится, его надо все равно молоть. Не знаю, какая-то ерунда какая-то. Ну, вот цвет такой шоколадный получается. Не знаю, как оно на вкус. И сколько туда нужно этих конфет перекидать в эту чашечку? Ну, цвет такой красивый, шоколадный получился. Две конфетки бросила туда. Сейчас посмотрим. Слушайте, а зерно... Ну-ка. Нет, одно... Слушайте, а второго-то нет? Или есть? А, вот они, два зернышка кофейных. Если кто-то с такой вот... сталкивался ерундистикой, вы мне напишите.
Вот смотрите, вот два кофейных зернышка. Но если бы это было такое, что оно растворялось, еще можно было понять, но оно же не растворяется. Зерно все равно надо молоть. И грызть, как конфеты, так особого удовольствия-то нет, честно говоря. Ну-ка попробуем теперь на вкус. Сейчас. Я вот хотела прямо при вас этот эксперимент провести. Ой, слушайте, на вкус-то ничего. Знаете, на что похоже? Не... Ну, я с ложки попробую сейчас. Ой, аромат такой приятный. Знаете, похоже на что? На горячий шоколад. Ой, а очень даже ничего. Ну-ка, еще одну. Ой, ну вот, улетела куда-то. Так, сейчас. Слушайте, точно получается, как горячий шоколад. Ой, очень даже ничего. Ну, это какой-то ноу-хау. Для меня, во всяком случае, точно. Так, ну-ка, растворяйся. Надо кипяток, такой крутой кипяток, чтобы этот киндер-пингвин положила себе с кофейком. Так, сейчас посмотрим. Наверное, все-таки это не грызут, а именно в кофе кладут. Цвет красивый такой, смотрите, сейчас покажу, сейчас еще размешаю, чтобы хорошо размешалось. Вкус точно горячего шоколада. Вот такой вот, да, точно это горячий шоколад. Итальянцы вот такое вот придумали. Вот, вот такого вот цвета красивого, шоколадного, насыщенного. А зерна, может быть, просто какой-то кофейный вкус придают. На вкус какао. Какао или горячий шоколад, вот что-то такое. Угу. И запах тоже такой. Запах какао, вкус горячего шоколада. Да, необычно, конечно. Ну ладно, надеюсь, эксперимент удался. Еще раз, Виктор, спасибо большое за подарок. И за такой необычный подарок. Все, ребята, давайте всем хорошего вечера и пока-пока.